«Хватит сидеть без дела! А ну быстро работать, тупой раб!» «Почему ты так к ним относишься? Они же тоже люди!» «Брось, это просто рабы, они даже не люди!» «На твоем месте я бы поуважительнее разговаривал!» «Еще учить меня вздумал? Сейчас я тебе покажу, засранец!» Одну гражданскую войну спустя. «Вот и все. Теперь все рабы свободны!» «Ха, круто! И что нам делать?» «А? Well, учитывая, что у тебя нет никакой квалификации, тебе разве что можно прочистить мой сортир». И постарайся не мозолить глаза белым, а то они ведь могут и пристрелить. «Привет, Португалия. Что это у тебя такое?» «Эй, Англия, приятель, это тот самый напиток, который я привез с собой из странствий». «Это пиво?» «Не-не-не-не-не-не, это совсем другое. Ты берешь эту штучку, кипятишь ее в воде и... Ну как, вкусно? Я прав?» «Да. Да, блядь, как же это охуенно!» «Англия, ты себя нормально чувствуешь?» «Я чувствую... Чувствую, что могу захватить весь мир!» «Старина, скажешь, где мне взять еще этого божественного напитка?» «Да, конечно, могу. Это никогда так не действовало на меня». «Он кусается?» «Нет-нет, мой друг. Он может сделать больно другим способом». «У меня есть один пистолет на 4 человек, но при этом уровень убийств на 0. Ой,